И в продолжение коммунальной темы в Димитровграде приступили к монтажу оборудования последней из трех запланированных блочной модульной котельной. Котельная в старом городе пока имеет только фундамент и часть оборудования. Стены возведут после установки трех котлов, которые придут на смену двум старым котельным. Мощности нового оборудования должно хватить, чтобы отапливать 30 многоквартирных домов, два детских сада и еще несколько объектов социальной сферы.